пятницу в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега, минус 5, минус 7 градусов днем, ночью 7-9, ниже 0. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, возможен снег, днем минус 5, ночью 8 с минусом, северный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде небольшого снега, днем минус 5 градусов, ночью 7 ниже 0, северо-восточный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурное небо, пройдет небольшой снег, минус 5 в дневное время, ночью минус 8 градусов, северо-восточный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 86%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.